Пожар в деревянном жилом доме, расположенном в районе Дашки Военной города Рязани, произошел вечером 25 августа. Уже после тушения утром были обнаружены сильно обгоревшие тела двух человек. Личность в настоящее время их не установлена. Предположительно, мужского рода и женского рода. Соответственно, в настоящее время проводится следственная проверка, направлена на установление обстоятельств случившихся, а также личности погибших. По предварительным данным, накануне вечером в одной из квартир дома, где произошел пожар, компания из четырех человек распивала спиртные напитки, в ходе которого произошло неосторожное обращение с электрическим обогревателем, в ходе которого произошло возгорание. В настоящее время двое человек в медицинской помощи нуждаются, а на двое погибших будут установлены личности, а также обстоятельства их гибели. Мы будем следить за развитием ситуации. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».